друзья дорогие, продолжаем изучать территорию отеля Rixos Premium в Белеке. И сейчас с вами пойдем гулять по территории, выйдем на свежий воздух, найдем открытый бассейн, или не открытый бассейн. Все вместе с вами посмотрим. Пойдемте. Не будем ехать в В июне, да. Кофейня. Все. И здесь. А сам какой кофе мне выпить? Это кондитерская. Кондитерская. Да. Я люблю капучино. Я не знаю, как ты. Нет, чтобы мне вот как вам, как это сказать, поменьше кофе было. Капучино или латте? Все. Боже мой. Хочешь кофе попить сейчас? Да. Мама да. Хочет кофе попить. Не а хотите кофе попить? Давать? Можно два капучино? Капучино там, а здесь вы заказываете. А вот этот десерт, вот я шоколад, вот этот белый, можно мне? Ты будешь такой? А, да. Два. Один черный, один белый. Угу. Да. Черный, один белый. Ой, два черных. В общем, мы с мамой взяли шоколад, заказали два капучино Лени Американо. И вот в такой прекрасной обстановке мы сейчас будем пить кофе. Чай Ване сказали? Нет, чай не сказали. Так мы не дошли до улицы, да, мама? Пришли попить кофейку в такой обстановке шикарной. Пробуем первый раз за 3 недели шоколад. Ну-ка, где эти бессовестные глаза? Где эти глаза, которые обещали не есть сладкое? Просто хочется крикнуть сладко. Безумно вкусно. Мама, нравится? Вкусно. И вот нам принесли кофе. Обслужили, конечно, в Риксосе на высшем уровне. Спасибо. Это Лени Американо, а тебе с молоком, чтобы для давления было не очень. Ты попробуй. Ну что, шоколад был очень вкусный. Кофе тоже. А мы продолжаем ходить, знакомиться с территорией прекрасного отеля Rixos. Но попозже я сниму просто обзор этого отеля. Просто будет обзор отеля Rixos. Это я сделаю после того, когда я все узнаю, где что находится, чтобы вам достойно показать. А чтобы быть в курсе всех наших событий, все, что с нами происходит, вы подписывайтесь на наш инстаграм. Оксаночка, нижнее подчеркивание, Москва. А, вот, пожалуйста, наш инстаграм сейчас вставлю в видео. Так, после того, пойдем, пройдем на улицу. Ты не замерзнешь в кофте? Нет. И я нет. После того, как мы попили чудесный кофе, мы решили выйти на улицу. Потому что на улице стоит замечательная солнечная погода. Нам сказали, что вчера шел град. Слава богу, мы этого не увидели. Поэтому у нас есть возможность насладиться и вам показать, какая сегодня в Турции погода. Вот это холодный бассейн, да, сказать? Да, мы сейчас подойдем к теплому. Здесь, смотри, чего только нет. Фреш, витаминный. Ну, тут тоже, наверное, может быть, они работают летом, конечно, только. Гамбургеры. Вот здесь вот все фастфуд получается. Угу. Включая соки свежевыжатые. Да. Наггетсы, я смотрю, пиццу делают. Да, вот, скорее всего, так и есть. Ну и вот, что перед нами открывается. Вот, смотри, мама, какая территория, карта. А, нет, это парк, куда мы поедем. Угу. Куда мы поедем, с нами поедут сопровождающие. Угу. Но это вот не глубокий вот. Нет, это декоративный. А, это декоративный. Даже не бассейн, это декорация. Да? Угу. Это Шиша Хаус. Это, наверное. Шоколадный. Шиша у них кальян, так что ли, раньше, вот в Египте назывался. И здесь, да, кальянная. Это кальянная. Угу. Ну и вот. Ой, как хорошо на улице. Ради чего? Все приезжают в Турцию зимой. Вы видели сегодня, чуть видел с запозданием, вчера, скажем так, погоду в Москве, снег. И вот, что мы видим здесь. А здесь мы видим, я не знаю, рай, да, на земле? Да.
Так, вот теплый бассейн. Вот сюда можно прийти в халатах, которые висят у нас в номере. Так, сколько это градусов? Бассейн 30 градусов, я вижу. Больше я ничего не вижу. Вот этот бассейн уже холодный. Здесь никого нет. Но завтра, сегодня мы уже не будем бежать. А завтра, смотрите, как он большой. И вот, обратим внимание, лежаки, да. И приходи на солнышке, плавай в бассейне. Мама идет и наслаждается, говорит, какая прелесть. Официанты на роликовых коньках развозят напитки. Вот здесь, видите, летом, наверное, работает фонтанчик уединенно. Выдача полотенец здесь. И вон пляжная линия уже начинается. Песочек, пирс. Ну, пирс, ясное дело, сейчас пока сегодня не работает. Ну, потому что зимняя концепция, но вообще здесь, конечно, круто. Так, все в купальниках. Мы как-то по-зимнему, мама, одеты. Смотри, шатры. Мы только приехали. Угу. И вот здесь вот Waterspot. Все, до лета осталось считанные месяца. Ну как это? Март, апрель, май, три месяца. Да, три месяца еще. Февраль я уже не считаю. Ну и на пирсе тоже. И заход я вижу, что хороший. Смотри, какой песочек. Да. Ну что, хочется кинуть вещи в бассейн. Пойдем? Надо приходить. Ну, завтра придем, да. В тапках, в халатах, в купальнике. Смотри, никого нету, просто берешь, да? Я думаю, что да. И смотри, обрати внимание, здесь просто берешь воду пить. Кола. А, мы с тобой еще, знаешь, не видели Айран. Наверняка он тоже должен быть. В таком отеле не может не быть Айрана. Там что-то интересное. А, это, наверное, переодевалки. Или туалетные комнаты, да, скорее всего? Ну да, наверное. Так, идем кататься на качели. О, здесь видишь, тоже машинки ездят. А Лена тоже идут. Тоже пошли детство вспоминать на качели. Ой, как хорошо. Травка зеленая такая. Видать, ее поливали. Все. Кто не успел, мама, тот опоздал. Мама говорит, пойдем на качели, детство вспомним. Я говорю, тут желающих много, детство вспомнить. Сейчас, мама, я тебе уступлю. Два раза. Крутанусь, тебе уступлю, мы дальше пойдем. Так, к детскому. Покачаться хочешь? Но я одна. Туда, красота. Туда, без тебя все узнают. Тепло, тепло. Ну что? Дети, как вы? Как наши поживают детки? Именинник и именинница. Завтра еще и... Продолжаем отмечать день рождения. Пойдем в а-ля-карт. Сегодня 19 будет, завтра будет 17. Немножко похолоднее, но все же тепло тоже. Будем всю неделю отмечать Ване на день рождения и маме на день рождения. Для кого мама, а для кого бабушка, да, Ванечка? Да. Что, оса пролетела? Да. Оса, ца... Знаешь, есть такая оса, цап за волоса. Ну что, что может быть шикарнее, чем покататься с любимым племянником, с мамой, с сестрой, просто покачаться на качели. Кайф! Просто супер! Ой, хорошо как! Ой, ребятушки, хорошо даже не передать словами. А мы двигаемся вправо. Аквапарк, да? А? Детский аквапарк. Детский аквапарк, и, конечно, летом это шикарно. А сейчас, наверное, сейчас просто не работает. Представляешь, мам, детишкам здесь, Рафа, маленьким. Да. Ваня, когда тебе было 2 годика, о, ты бы, наверное, здесь бы у нас целыми днями бы находился. Да. Но Ваня уже не 2 годика. А 10, но это для маленьких детишек, вот кто поедет на заметку. И смотри, как дышится мама. Да. Ой, вообще. Что-то ползает. Шевельнулась, да, я тоже, да. Тоже почувствовала. Может, птица какая-то? Может быть. Может, кошки, кошек еще не видели. А что-то их тут не видно. Мама, подозрительно, да? Что-то шевельнулось в кустах.
Может, белочка? Кто угодно. А, это птица, вон, ворона. Вон там. Да, что-то там выискивает. Ваня говорит, уходим, здесь нет Wi-Fi. О, как хорошо гулять по территории. После кофе с шоколадом, да, мам? Да, да. Все, но мы больше не будем нарушать. Попробовали. Это, как сказать, в эйфорию. Да. Эйфория взяла верх над нами. Это какой-то бар, наверное, или ресторан. Даже не верится, что так тепло, да? Да. Оксаночка, а вот Доминикана, сплошное лето. Сплошное лето. Да. Доминикана очень здорово, но далеко лететь. Да, далеко лететь. А здесь близко. 3 часа, и мы уже здесь. Смотри, да, как меняется климат. Да. Нету... Снег лежит. У нас снег лежит. Слякоть. Здесь цветочки растут. Вот удивительно. Это же не так далеко. Турция-то от нас находится. Да. А вот... И мы находимся все-таки не в Аланье, а в Белеке, ближе к Анталии. Ну да. То есть это считается север. А не так уж это и север. И так тепло, я имею в виду. Тепло очень. Так. Ой. Там ресторан. Утопает в зелени. Не, конечно, мама, тебе бы Доминикана тоже понравилась. Рай на земле. Ну вот сюда видела, как летели, тесновато. Да. А представляешь, так вот 12 часов. Не смогла. Да. Ресторан. А куда Лена с Ваней-то? Не знаю. Шли за ними и заблудились. Топчан какой. Железный. Это только мы так можем. Да. Обойти их не... непонятно какой стороной. Шишечки. Дорожки какие все. А это вот декоративный. Видишь, какой красивый фонтан вдоль, около отеля. Мы пропали, мы вас звали, звали. Вот это Green Palace? Нет, наш. Из Green Palace, который мы тебе тоже предлагали, он тоже вот весь такой отдельный. Ну, мама теперь будет думать о том, что когда в следующий раз мы ее зовем с собой, она будет соглашаться. Не надо, в апреле едем, следующие каникулы. А папа, знаешь, обижается, говорит, ладно, сами ездили, теперь же и маму с собой забирайте. Да. Ваня говорит, следующий отель. Ваня, видишь, как, вот что значит именинником весь месяц быть. Да. Какой отель хочешь следующий? Угу. Смотри, как красиво. Ой, мама, цветов сколько? Там я заблудилась. Да, мам, вот же отель Риксос. У нас и окна сюда, по-моему, выходят. А вот вход. Где? Вон, вот правее. Да? Смотри. Ну, это же не на улицу. На улицу вот там, где автобус останавливается. Да тут везде, где не выйдешь, не зайдешь, везде вход. Так, мама, как эти Зевсы или кто это тут? Львиный Зев. Львиный Зев. Красивый. Очень. У нас сюда окна выходят. У нас сюда выходит, Ваня, там что-то. А. Красиво. Да. Это газон. Везде, видишь, вход. Где бы ты ни зашел, везде будет вход и выход. Он там ресторан, наверное, работает. Вот, видите, под навесом. С
скорее всего, летом только работает. Да. Ладно, дорогие друзья, вот так вот мы с вами немножко прикоснулись к территории отеля Rixos Premium. В общем, мы очень довольны. Самое главное, что очень нравится нашей маме. То есть для нас это с Леной было в приоритете удивить, привести маму в очень хороший отель. Ну, выводы еще рано делать. Мы все будем вместе с вами смотреть, изучать. Так что увидимся обязательно в следующем видео. Пока-пока.